Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и сегодня у нас в эфире Beasts of Bermuda. Знаю, многие ждали моих серий, прохождений, стримов. Так вот, сегодня мы с вами рассмотрим обновление, которое вышло 24 января, буквально позавчера. Нам добавили нового тиранозавра Рекса. Вернее, обновили модель, и, на мой взгляд, он кажется очень имбовым. Я ни разу не играл за Рекса. Нет, играл пару раз. Ну так, знаете, так чисто. Посмотрел пару раз. У него появилась новая способность «Разрушительная засада». Когда мы крадемся, находимся в неподвижном состоянии, эта способность начинает заряжаться. Ну сейчас мы это все посмотрим, и якобы нам это дает возможность прибавки к скорости там 1,5-3 раза, что ли. По скинам нам добавили Firestorm, Torn, Tegu, Beer, Glimmer. Произошло большое изменение других существ в игре, а также изменение различных настроек, графики, всего прочего. Если кому интересно, я оставлю ссылочку на Discord Troublehome. Там вы все сможете почитать по обновлению. Ну что ж, я думаю, пора начинать. Посмотрим на нашего имбового Рекса. Приятного просмотра. Играть мы, конечно, с вами будем на сервере Troublehome. Все ссылочки в описании, ребята. Заходим в их Discord, присоединяемся также на сервер. Так, ну что ж, давай посмотрим тебя в деле, малыш. Да, конечно, Рекс выглядит очень имбово, я бы сказал. За данного персонажа я ни разу не играл. Нет, ну как ни разу? Как-то бывало так, пару раз заходил чисто по фану поиграть. Помню, насколько раньше он выглядел и сейчас. Это действительно такая, знаете, разрушительная машина. Еще роста мне не хватает, было бы вообще замечательно. Так. Что делать будем? А что будем делать? Пойдем пожрем? Пойдем пожрем. Кусочек мяса. Там у него способность, да? Способность «Разрушительная засада». Так, надо-ка попробовать ее. Смотри, нажимаем на Ctrl, садимся. Типа, это, подожди, стой. А, мы должны на месте сидеть там в течение 10 секунд. И это дает, по-моему, плюс 5 секунд к спринту, к бегу. Короче, ускорение. То есть мы будем быстрее идти, подожди. Стой. Сидим. Сидим. На шифте бежать, наверное, что ли? Что-то я не пойму, подожди. И теперь... Я не заметил, увеличилась ли у него скорость. Подожди. А, все понял, как это работает, смотри. Мы нажали на Ctrl. Мы сидим. Типа такие в засаде. Вот так, типа мы сидим такие в засаде. Там идет какой-нибудь травик, парик, не знаю. Нажимаем на Z-очку. Shift и бежим. Во, 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 точно. Блин, еще что-то залагало, я думал, меня сейчас опять вышибет нахрен. Что-то у меня сегодня одни проблемы с интернетом. Так, короче, ладно, пойдем пожрем давай. О, ты посмотри, как он прям вгрызается в плоть. Было бы еще, конечно, намного круче, если бы он прям куски мяса бы отрывал, глотал. Но это уже эврима, да, здесь такого не будет. Нет, ну персонаж вообще имбовый, конечно. Надо посмотреть на его крики. Слушай, я хочу послушать, как он кричит. Если он так выглядит, офигенно зверский такой танк могучий. Что с криками? Ля-ля-ля-ля. О, блин, это шикарно. Я хочу еще разок, подожди. Охренеть. Вот кто смотрел «Парк юрского периода», да? В точности, по-моему, такой же крик, как в фильме. Двоечка. Как-то тут. Ух ты, блин, я аж сам вжался в кресло. Ну, четверочка, ясно. Так, окей, я тебя понял. По очкам талантов, что у нас там? Адреналин увеличивает наносимый урон при низком здоровье. Давайте прокачаем эту ветку. Крепкий, предоставляет защиту от отбрасывания. Так, давайте пойдем, наверное, в эту сторону.
Слушай, ну даже при его росте 0,42 он мне кажется вообще таким могущественным свирепым существом. Прикинь, что будет, если он достигнет роста 1,0, и еще мы будем в каком-нибудь пати с двумя там рексами. С тремя это вообще просто убийственные маньяки на острове будут. Сейчас мы перейдем вон на тот остров. Найдем какой-нибудь источник воды, и, может быть, найдем какой пати рексов. Ну, тут есть пати рексов, но мне как-то, знаете, хочется походить пока одному. А, хорошо, ладно. Давай. Да чтоб тебя, тварь, уйди ты от меня нахрен. Не получилось засады сделать. Я слышал, что кто-то бродит рядом. Блин, у меня кончилась стамина, твою за ногу мать. Ну все, покружимся в танце. Покружимся в танце. Интересно, сколько будет продолжаться эта карусель? Ну все, мне ГГ походу. А, зайдешь на сервер пороститься нормально, рассмотреть Рекса. И здрасте, тут такой уже приплыли. Блин. Я же слышал, что кто-то идет рядом, но... Моя чуйка меня подвела. Ну все, да. А, Рекс на Рекса, как мило, посмотри, а. Вообще, ну... Это знаете, как называется? Это называется токсик в игре. Ну, конечно, с другим динозавром, встретившимся мне на пути, я бы сделал то же самое, но не пошел бы Рекс на Рекса. Это реально какой-то попался токсик. Так, окей, ладно, короче, не суть. Мы опять на острове. Не, ну реально, чего там у них хватало? Блин, там огромные каркасы лежали, блин, на пути. А, я понял, это то пати рексов, к которой я хотел присоединиться. Видимо, недружелюбные ребята, ну, ладно, чё. Мы сейчас себе тоже найдем подходящую жертву. Либо если я его сейчас найду, я его, блин, загрызу, гадина. Сейчас проверим пещеры. Погоди, сейчас проверим пещеры, может... Кто сидит здесь? Здрасте, есть кто дома? Блин. Чё, никого, что ли? Алло? Ладно, хорошо. Так, по крайней мере, я воду нашел. Давай, пей. Пей, Годзилла, быстрее. Не, Рекс имбовый, честно скажу. Надо стримчанский срочно будет запускать потом, да? Пойдем на выход. Да за ногу мать-то, как отсюда выйти-то, блин? Подожди, блин, с какого входа я зашел в эту пещеру? Чё за тоннели? И вот вы мне теперь объясните, зачем я сюда пошел вообще? Не, ну я пошел, конечно, поискать каких-нибудь травок тут, не знаю, или, может, птеры тут какие сидят, пасутся на скалах. Так, подожди, давай вспоминать путь. Налево, направо, направо, налево. Сверху вниз, там не знаю куда. Вперед, назад. Да черт побери. Че нет ни одной надписи? Где тут табличка с надписью Exit? Может, кто услышит меня? Блин, как выйти из этого гребаного плена? Понятно. Я смотрю, уже кто-то сюда, по-моему, зашел, заблудился и превратился в кусок тухлого каркаса. Вот что самое хреновое, когда не играешь и... А, блин! И не знаешь еще вдобавок. Круто. Че, а перелома нету? Ладно, хорошо, нормально. Во, нормально. Пожрали этих синих кристаллов, короче. У меня самочувствие улучшилось. Прекрасно. Так, здоровье даже восстановил. Но, блин. Факт остается фактом. Как выйти отсюда? Черт побери. Выведите меня. Я не хочу оказаться вот этим тухлым куском мяса. Блин, ну реально. Сначала токсик, теперь пещера. Слава яйцам, мне это удалось сделать. После, наверное, минут 15 брождения по этим тоннелям. Упс. Пахи? Пахи. Да что ты, мой сладкий.
Оу! Да что сегодня день такой? Мне еще и перелом лапы. Замечательно. Что за токсики сегодня попадаются на пути, а? Вот скажите мне. Слушай, а спринт будет работать на этом? На переломах. Ой, тут ни хрена себе. Чё, Рекса добавили в Бермуду, теперь их не любят? Каждая тварь норовится загрызть, убить Рекса. Боитесь его роста, да, когда Рекс вырастет и... Когда Рекс вырастет и начнет тут жрать все подряд, да, убивать. Ты не того напал. Да что это? Ты что, железобетонный? Офигеть, один пахич мне может снести половину хп. Есть. Чего, малыш, не понравилось, да, я смотрю? Больно, что ли, было? Иди сюда. Сражение... слона с котом. Слон и моська. Ну, хромать-то я буду долго. Великое-великое сражение сейчас вообще прям просто. Не, ну все, блин, слушай, мне надо восстановить кость. Травмирован, понятно. Травмы, ага, ага. Чё? От тяжелых ударов больших существ? Один парик наносит столько урона? А он чё, огромное существо настолько? Чё ты там пытаешься сделать? Ну чё, было неприятно, да? Блин, еще и стресс повышен. Комфорт. Какой комфорт, а? Ты посмотри, как, иди сюда, ты. Ты мелкая, а? Мелкий дрищ. Вот и делаю тебе обзор на Рекса. Хочешь пораститься, походить? Ага. Каждый норовит тебя, блин, грохнуть здесь. Чё за дела? Чё вы все? Чё у вас сегодня там творится? Чё вы? И чё? Это типа я такой должен это... Пойти вниз, что ли? Упасть со скалы? Да сейчас тебе, малыш. Ну, по-моему, сейчас еще кто-то придет, меня точно сейчас достанут. Нафиг иди. Что тебе надо-то, а? Я, короче, сел, отсиделся. Почти восстановил кость. Эта мелкая гадина опять на меня напала. Не, ну я понимаю, что она защищается. Возможно, я, может, не хотел на тебя нападать. Где ты? Иди сюда, короче. Я тебя буду выжидать прям. Вот стоять и выжидать тебя сейчас. Ты же меня сейчас первый откинешься. Не, слушай, ну давай завязывать уже вот это все. Ну, реально. Чё? Иди сюда. Иди сюда. Я тебя предупреждал. Вот ты, вот. Вот ты не слушаешь никогда старших. Что тебе говорит старшие? Твой каркас мой теперь, я тебя сожру сейчас. Я прям все ребра эти обглодаю нахрен. Ну блин, ну реально, может, я даже не хотел на него нападать, ну. Но... Бедный, блин, бедный Рекс, а? Ну ты посмотри. Сытый. Сытый как слон. Угу. О, господи. Что с вами делать-то? Объясните мне, я не понимаю, а? Вот теперь Скаю надо сидеть, я не знаю, сколько времени, восстанавливать своего Рекса. У меня еще и садиться не хочет. Чё, давай. Ну. Ты чё? Алло, гараж. Сядь. Да ну тебя в баню. Сядь, говорю. Да ты чё? Да хорош, садись. Фу, ё-моё. Сегодня точно не мой день, а? О, боже. Ладно, ребятки, короче, всем, кому понравилось, пальчик вверх.
подписочка на канал, заходите на сервер Trouble Home, все ссылочки в описании. И за страдания моего Рекса, пожалуйста, отомстите всем токсикам. Все, спасибо, пока. Ой, там кто-то орет, я пошел отсюда, нафиг, не. Вот прощальный вам крик, все, до свидания, все, пока.